Каждый твой лайк прибавляет к росту песоса ровно 118 сантиметров. Доказано! Эй, йоу! Всем привет, братишки и сестренки! С вами, как всегда, Шимор, и добро пожаловать на шоу по открытию кейсов Counter-Strike Global Offensive. И давненько у нас с вами, я подумал, не было крафтов. Хотя последнее время везение в крафтах, ребята, вообще нас не присутствует, поэтому не знаю, что из этого получится, но сегодня я решил скрафтить, ребята, поверхностную закалку АК-47. Шансы у нас на десерт игл гипноз стат-трек вариации, да, либо на саму поверхностную закалку. Не знаю, что прокнет на самом деле, но очень хотелось бы попробовать произвести такой крафт. Крафт очень дорогой, поэтому спасибо тебе, братишка, за лайк, а мы начинаем. Но прежде чем мы, ребят, сегодня будем крафтить, мы сначала откроем вот эти вот кейсы. Я не знаю, что будет с удачей на протяжении августа, но, по крайней мере, надо пробовать, потому что, ну, как вы знаете, черная полоса идет, и эту черную полосу можно исправить только путем пробования, скажем так, выдрючить что-то интересное у Габены геймчушечки. Ах ты какой, а! Посмотрите, статрек P250 просто пролетает мимо, незаметно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, статрек синька у нас одна есть, посмотрим, что нас ждет дальше. Я чувствую, что нас ничего не ждет дальше, но тем не менее. Хотя давайте нет, давайте сегодня верить, что сейчас выпадет самый эпичный дроп. Да, давайте верить именно в это. Сейчас выпадет самый эпичный, самый наебический дроп. Нихер, наебический. Но у Габена всегда дроп наебический, в принципе, потому что сумма ключа, включая коробочку, никак не совпадает с тем, что... Да ладно, Габен, а чё это ты? А чё это ты сегодня расчехлился, ребята? Так, адское пламя нам выпадает. Адское пламя немного поношенное, давайте посмотрим на его стоимость. Я не ожидал такого, если честно. Это похоже на какой-то подарок, Габен. Это похоже на какой-то подарок, это очень странно. 1000 рублей, ребята. Да ладно, Габен, ты окупил несколько кейсов. Может быть, все-таки стоит открывать кейсы не в таком большом количестве, как я это сделал сегодня. Сейчас, в смысле, черт побери. А может быть, реально стоит поменьше? А-та-та, сейчас посмотрим, ребята, что нам предложит этот кейс. Это довольно интересно, потому что, ну, вот эта писька просто так не выпадает. Это очень и очень странно. Наверное, все-таки Габен решил щедриться и расщедриться, соответственно, сжалиться над тем, что нихера не падает никому. И вот он тут дает такой подарок судьбы, розовая песоска, и все должны быть счастливы и рады. Наверное, это с этим связано, потому что, ну, другой причины я просто пока не вижу, почему он так расщедриться решил. Ладно, давайте посмотрим, что здесь. Ну, видимо, эта розовая песоска — это единственное, что выпадет нам сегодня именно из коробочек. Хотя всякое... Это розовая Сан-Лю. Ребята, розовая Сан-Лю. Охуенно. Прямо за... Но она нахуй мне не нужна. Подождите, это же говноскин. Почему я ей рад? Это очень странно. 411 рублей. Розовая Сан-Лю. Вертел я. Тен-тен-на-тю-рю. Так, ладно, подождите. Давайте посмотрим, что у нас появилось. У нас даже синьки сегодня не набралось, чтобы мы сделали крафт. Вы представляете, ребята, насколько сегодня щедрый, щедрый, заманчивый выпуск. Так, ну у нас вот эти вот песоски, да, есть. Не хватает еще 3 штучки, но, к сожалению, нет, ребята. К сожалению, сегодня нечего вставить в крафт. Но сегодня мы с вами скрафтим именно вот эту вот дичь. Я очень надеюсь на поверхностную закалку с каким-то безумным бешеным паттерном. Возьмем мы P2000 дровосек. И попробуем скрафтить. Черт побери, ребята, у меня какое-то странное чувство. Я думаю, что все возможно, что у нас все получится, но в то же время я немножечко, ну, немножечко сомневаюсь, наверное, в успехе сия операции, но, тем не менее, мы, по крайней мере, попробуем это сделать, ребята. Попробуем АК-47. Давайте наберем АК-47. АК-47. Так, так. Просто АК-47, я не знаю, сердечки. Давайте вот здесь сердечки Габену поставим. Сердечки, либо жопы, как хотите, воспринимайте. Вот так вот перечеркнутая стрела здесь пробивает. Ла-ла-ла. Ну, типа, любовь, вся фигня, купидон. АК-47 написано, и, соответственно, все, что нам требуется, это прожать кнопку, ребята. Пожалуйста, поверхностную закалку полностью синюю сегодня нам, пожалуйста, скрафти. Главное, чтобы не десерт игл, ёб твою мать. Ну, а, по крайней мере, это риски, ребята, и если выпадет стат-трек закалка, будет охуенное просто чувство. Просто охерительное чувство. И выпадает нам... Вы чё, охуели, что ли? Я нет, я не вам. Ты чё, блядь? Извините. Это как? Это как? Это как? Это как? Там шанс на прок был 5%, блядь. И мне выпадает операция Гидра. Что, блядь? Это уже...
Что? Я самый удачливый, наверное, да, крафтер, блядь, в CSGO. Ребята, вы это видели? Я просто... Да ну нахуй, а почему так драгонлоры не крафтятся, извини, что за наебалово? Ребята, простите меня, пожалуйста, но кто может это мне объяснить? Я это нихуя понять не могу. 9 скинов из другой коллекции, из другого кейса. Какого хуя? Это невозможно! Это невозможно, понимаете? Это такой... Нет, возможно, конечно, шанс низкий есть, но... Но пиздец, ребята, блядь, это я в ахуе просто. Охуеть. Это не... Это не... Ладно, в целом выпуск нормальный, 2 розовых, все хорошо, прет нам сегодня, у нас полоса хорошая. Но это полный пиздец по крафтам. Это... Ладно, ребята, напишите, что вы думаете. Я очень рисковал. Ну это просто полный пиздец. Ладно, идем сейчас на сайт и дрючим там, поехали. Ну что, друзья, сегодня мы попадаем на elitecase.net, где будем дрючить какой-нибудь пистолет. Не знаю, что у нас получится, сможем ли мы вздрючить пистолет, но, по крайней мере, постараемся. Обратите внимание на мой баланс. Мой баланс составляет 7290 рублей, а это значит, что сегодня я буду открывать на живой кейс. Нет, не все или ничего, потому что вероятность того, что выпадет что-то все или ничего, практически ничего, ребята. Поэтому все или ничего мы вообще не трогаем. Давайте... Попробуем пооткрывать на живой, но, наверное, чуть-чуть попозже, ребята. Примерно к этой сумме приблизимся, да, и начнем дергать на живой. Давайте начнем, наверное, давайте сегодня возобновим традицию. То есть, начнем через засекреченное. Начнем через засекреченное, а потом пойдем по самым дорогим и интересным кейсам, в которых что-то вдруг может быть. Я не буду больше открывать новогодние, как вы меня просите, потому что в нем нихера не падает. И я всегда ухожу в нем в минус, поэтому новогодние мы сегодня не трогаем. Мы просто открываем засекреченное, тайное и многое-многое-многое другое. Ну, что нам попадется, по крайней мере, на взгляд, что будет стоить больше, чем обычное какое-нибудь говнецо от всех видов Крекен. Охеренное. Охеренное начало. Так, 2 раза минус. Идем в новогодний. Нет, я же говорил, что ни один новогодний не будет. А хотя вы говорили про другой новогодний. Ёб твою мать. Ну ладно, пускай будет этот новогодний кейс. Ладно, я открою этот новогодний кейс. Пусть у нас будет АВП гадюка. Замечать, все равно в минус, ребята. Все равно новогодние все идут в минус. Давайте алмазненький попробуем. Давайте алмазненький попробуем, вскроем. Ведь у меня полоса удачи, по идее, да? Когда полоса удачи, в принципе, на живые можно дергать. Если полосы удачи нет, то нахуй оно... Да что такое, 4 раза? Сколько, 5 раз уже в минус в дикий? Ёб твою мать. Так, давай еще раз тайное. Давай еще раз тайное. Давайте тайное лучше подрючим, оно и стоит нормально. И здесь есть шанс, наверное, что-то выбить более-менее. Если не будет падать, конечно... Аук-хамелеон, например, да? Так, еще раз тайное. 6 раз в минус. Охуенная удачная черная полоса, блядь. Черт, не, ну в стиме сегодня вообще прям проперло, ребята, неплохо. Да, с контрактом, конечно, полная залупка получилась. Опять хамелеон. Давай, 7-й раз. Давай, 7-й раз, давай. Давай, раздавай меня, аук-хамелеон, мне так они нужны. Жалко, что тайное нельзя крафтить, хотя бы, я не знаю. Блин, можно было бы крафтить тайное в деньги в стим. Но, наверное, их можно крафтить в деньги, если ты их выставляешь на торговую площадку. Но это уже другой момент. Давайте и еще раз. Так, у меня самые топовые скины, ребята. 7 или 8 раз уже идем в минус. У меня самые охуенные просто. Просто самые охуенные, самые наидропецкие. Охуенно вообще. Вот это говнеца, блядь. Ладно, короче, поехали. Поехали по ножам. Фух. 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 Подождите. Прежде чем мы откроем нож, у меня для вас есть. Шиморо Голден Коут. Я совсем забыл. Это же денежки на баланс, ребята. Промокод успешно активирован. Я совсем забыл, что выбил для вас новый промокод. 10 рублей на баланс. Ну что, самое откровенное, самое тайное и самое прекрасное, что может быть. Поехали, надеюсь, мне кот поможет, блядь. Я не знаю. Поехали, короче, пизду. Выпадет говно, значит выпадет говно. Не выпадет говно, значит не выпадет говно. А что у меня с... У меня бал... Что? Я тайное же открыл, ёб твою мать. Выпадет, говорю, сейчас тайное сокровенное. Нож открываем. Поехали, да. Мы же нож открываем, ёб твою мать, меня аж переклинило нахуй. Фух. Мне все равно не повезло, кстати. Я одних аугов хамелеонов понахуярил. Плюс сразу я возвращаю сумму. Плюс сразу я возвращаю сумму, блядь. Пизду. Поехали. Да, давайте, ребята, покрутим. Давайте покрутим, пока не выпадет что-нибудь нереально охуенное, либо я не очкану. Давайте покрутим. Зря. Зря продал. Идем дальше. Зря продал. Очень как зря продал. Очень и очень как зря продал.
очень и очень как... Ёб твою мать, надо было забирать. Надо было забирать и уходить. Это просто дичь какая-то. Так, давайте еще раз. Нет, крутим. Если выпадал за 7, должен выпасть еще раз хотя бы. Если он еще раз выпадет, я его забираю просто. Если он еще раз выпадает, мы просто берем его и уходим от волны. Блять, вот сейчас я теряюсь. А, вот сейчас я сильно теряюсь. Либо мы забираем его, либо мы нахуй уходим. Нахуй, нет, нахуй мы не ходим. Я имею в виду, я ухожу отсюда. Нахер. Забирайте. Нет, ребята, вы любите, когда я рискую. Давайте рискнем. Да. Что, к сожалению, каких нет вещей, к сожалению? Я... Блять! А ну, баланс вернулся, конечно. Можно, в принципе, забить хуй. Но... Где? Где вещи? Как это нет вещей? Как это нет... Это что, блядь, за наебалово? Где нет вещей, нахуй? Ножи кончились? Ножи кончились. Все, в кейсах нету больше ножей, ребята. Все, я сломал нахуй сайт. Замечательно. Так. Да, господи, блядь, оно заработало. Я подождал ровно 10 секунд. Выключил запись, сейчас включил. Ебануться нахуй. Ебануться просто. Тут туда бы докатился, сука. Ебануться просто. Я аж, ребята, испугался. Я думал, все пизда. Да я и так проебался как бы. Все, короче, какой нож выпадает, такой и забираю. Хватит уже долбиться в это говно. Какой нож выпадает? Я не хочу, у меня был лучше нахуй. У меня был лучше нож. Я... Недостаточно средств, нужно пополнить кошелек. Что за хуйня, блядь? Что за хуйня? Ладно, сейчас я пополню кошелек. А нахуя пополнять? В пизду этот ножевой кейс. Нахуя пополнять? Давайте, короче, открываем на эти 4000. В пизду. Нахуй он нужен, этот ёбаный ножевой кейс, которым нихуя не по... У меня вообще сегодня в минус. Нихуя не по... Нахуй он нужен, этот... Этот ножевой, блядь, кейс. Так, идем. Ехаем дальше. Или не нахуй. Я же пришел открывать ножевой, как это так-то, блядь? Ты взял и отступил, что ли, от своих задач, скажем так? Ты взял и отступил, что ли, пиндюк? Блядь, ну у меня нету плюсов. Вообще, у меня один плюс был с ножом на 7999. Что за хуйня? Что за полоса такая пошла? Я нихера не могу понять, ребята. Дайте мне плюс в засекреченном, умоляю. Дайте мне плюс в засекреченке. Пожалуйста. Плюс в засекреченке. Дракон-предводитель. Сколько? 228. Ёб твою мать. Еще раз. Нет, или тайное пойти пооткрывать. Давайте лучше тайное пооткрывать. Блядь, ну если я вот так вот отступлю, это будет как-то тупо, нахуй. Это будет как-то тупо. Я пришел сюда побеждать, как... Спасибо тебе. Хуярим дальше, ребята. С вас много лайков, нифига себе. Вот это я понимаю. Весело, не весело, мы устроим месиво. Остановись, прошу. Все. Я конч... Ну, закончил, в смысле. Все. Все, ребята. Все, нахуй. Я больше не это. Я столько раз в минус вышел, нахуй. Я не знаю. Если бы сейчас выпало два раза вот такое вот говно, у меня бы просто пукан, я не знаю. Это было бы просто извержение. Это просто жесть какая-то. Это просто жесть. Минусов 30, наверное, мы поймали. Обмен почти равный. Давайте я покажу вам, что мне пишут в Стиме. Обмен почти равный. Я смотрю тебе с 45к. Удачи. И, ребята, ну зачем вы всякое такое пишете? Такое... Остановитесь. Все, закройте тему. Ромка 007. Охуеть, Ромка 007. Тебе немного ли будет? Нет? Ромка, ты все самое топовое забрал у меня, нет? Нет, не все. Еще ты что-то мне оставил, Ромка 007. Ну, спасибо тебе большое. Ну, спасибо тебе огромное. Ромка 007, ты хоть что-то мне оставил в инвентаре, ёптить. Так, а где приход-то? Где мой приход? Дайте мне нож. Сейчас мы посмотрим на все мои ножи, кстати, ребята. Многие ребята спрашивают у меня. Покажи нам еще раз ножи, хотя они могут зайти в Steam и посмотреть. Здорово, мой редчайший электрический улей. У него очень крутой паттерн, посмотри просто. А ты дай свой недорогой ножик. Нихуя себе недорогой ножик. Ты чё, блядь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ребят, я не принимаю подарки и не дарю подарки. Где? Где приход? Где, пожалуйста, нож примись, умоляю тебя. Нож примись, пожалуйста. Ёб твою мать, сейчас мы будем ждать, пока придет нож. Ладно, давайте почитаем, что там.
Так, здесь. Нет ли каких-либо интересных обменов? Потому что кто-то... Вот это, вот, кстати, оценивают, как этот недорогой ножик. Привет, такого ножа у тебя еще нету, он стат-трек. На разных сайтах он оценивается по-разному, однако мне предлагали около 28к. И ты захотел забрать зуб тигра прямо с завода, да? И прямо с завода складной нож волны. Вадимка, стат-трек, вариация ножа, Вадимка, не увеличивает его стоимость в качестве скина. Стат-трек это не... Ну, он увеличивает, да, вот если по размерам, по рамкам Стима и так далее. Ну, например, на торговых площадках и так далее, и так далее. Ну, стат-трек особой роли не играет, понимаешь? То, что там будут царапаться циферки, это особо мало кому интересно. А скины ценятся не по стат-трек-вариации. Стат-трек-вариации, конечно, оценка разная, тем более в Стиме как бы значительно дороже получается у нас. Но, тем не менее, блядь, я жду пока... Ладно, короче, ребята, придет, осматриваем в контре. Поехали. Ну что же, ребята, вот он наш приходик. Так, подождите, мне вот это вот нужно закрыть. Мне нужно Steam закрыть. Значит, ножик пришел, давайте осмотрим его в CSGO. Кстати, многие называют не CSGO, а CSGO. Эй, what the fuck, блять, бомбит. CSGO, вот он, CSGO захватывается у тебя. Отключи Steam. Вот, отключаем Steam. И идем в CSGO смотреть на него. И на иконку не смотрите, это потому что полный экран. И вот он нож. Прямо с завода нож градиент. И мне интересует, меня интересовал Float. А Float оказался полным говном. Float 0032. Это очень плохой Float. Здесь не так много процента. К сожалению, фейда, но нож прямо с завода, ребята. Среди моих ножей. Давайте посмотрим, был ли у меня этот нож. Так. Ножики. Был ли у меня этот нож? По-моему, у меня такого ножа не было. Вот офигенный фейт. Вот это я понимаю. 0014, ребята. Вот это красота. Вот это нож бабочка градиент. Вот это я понимаю градиент. Да, у меня был и с охеренным градиентом, кстати. Посмотрите, какой он полный. 0034, что? Подождите, степень износа 00, это износ. А градиент, фейт-то по-другому исчисляется. Этот 0032, у этого степень износа меньше, но фейт хуже. Точно, процент фейдинга, посмотрите, ребята. Посмотрите, как скины отличаются друг от друга, причем кардинально. Да, у меня был такой нож, но все равно неплохо, пускай будет. Пускай будет, да, ножиков маловато осталось. Ой, ножиков маловатенько осталось совсем. Но зато есть... Прелестные и интересные ножи. Вот сокровищем я горжусь. Вот это я понимаю. Вот это нож. Вот это я понимаю. Ладно, ребят, не будем хвастаться ножами. Вам спасибо, как всегда, за лайки. Не забывайте, от лайков растут пешосы. А мы увидимся уже на новом видео. С вами был Шумору. Предлагайте мне вариации открытий на новом выпуске. Или крафт какой-нибудь уникальный. Потому что что-то мой уникальный крафт сегодня не сработал как надо. Всем пока и до новых встреч, друзья. Увидимся.